Корреспонденты телерадиокомпании «Могилев» приняли удел у другой международной ассамблеи молодых журналистов у Крыму. Форум «Крым. Погляд сбоку» отбылся у Ялте на узбережье Черного моря. Он собрал представников с краин Европы и СНД. Уражение от поездки у материале Алены Соловьевой и Дениса Бутылина. Приехал, убачил, полюбил. Менавіта такий слоган обрали организаторы другой международной ассамблеи молодых журналистов. Подчас подорожжа у 5 дзён молодь убачила гістарычныя мясціны, познайомилась с культурной спадчиной, а так само наладила сябровские и профессийные зносіны. На международный форум у Крым приехали представники из 20 краин России, Армении, Греции, Сербии, Болгарии, Англии. За 5 дней молодые журналисты подорожничали по паўднёвым узбярэжжы Крыма, якое у советский час было одним из самых популярных мест отпачынку. Я не помню человека, который жил в Советском Союзе, который не любил бы Крым. Вот эти ощущения детства, ну и до сих пор продолжаются. Поэтому Крым всегда внутри меня, всегда рядом. И если у меня бывает, ну сейчас все меньше, свободное время, то, конечно, я бы с удовольствием поехал бы в Крым. Прежде всего, я благодарна возможности познакомиться с коллегами из разных стран. Молодежь – это новые идеи, новый взгляд на события. Подчас форума удельники наведали мемориальный комплекс 35-я береговая батарея, апошний рубеж обороны Севастополя на проканцы 41-го, початку 42-го года. Сустрелись с ветеранами военно-морского флота, побывали на славутым виноробном комбинате «Массандра». Здесьнили ранешнюю вандровку любимым маршрутом Николая II по солнечной стежце у Ливады. Ливаде очень красивое место и историческое место. Мне очень понравились и здания, и все здесь вокруг. Меня очень впечатлили люди, а также программа, которую организовали для нас. Мы увидели историю и культуру этих мест. И, зразумела, Ялтинская набережная, где житё кипить и в день, и в ночи. Чем занимается молодежь в Ялте вообще? Ну, катаются на скейтах, на велосипедах. Каждый день гуляем возле моря с ребенком и вечерами тоже выходим гуляем. Час развитаться до дому каждый из молодых журналистов привезе головные сувениры, особистые уражения и новые знакомства. Алена Соловьева, Денис Бутылин, Новини регион.